Друзья мои, и в завершение я показываю вам вкуснейшее блюдо — сырники для малыша, приготовленные на пару. Здесь все самые необходимые ингредиенты для развития малыша. Здесь нет вредных масел, здесь нет вредных холестеринов. Самое главное, что у нас здесь есть. Здесь творог, чуточку соли для вкуса, немножко сахара, морковь, тыква и немножко свеклы красной. Сплошное богатство, витаминов и минералов и клетчатки. Поэтому приятного аппетита, любите ваших малышей, и пусть они здоровыми растут и счастливыми вам на радость. Подписывайтесь, друзья, на мой канал.